Чек на баку готовность. Танки идут первым, танки. Если чек. Садар, ты готов? Бля, пускай там будет щит. Все, погнали, танк. Аля, что с совета упало? Катушка, кольцо. И спасите. Конец. Продайте же! Чувак, сгони. Это, Дима, после Ланы с техника в этот танк, мне нужно отойти 2 минуты буквально. Мне надо машину переставить. Нет, вроде там. Не могу. Акма. Да, не могу. Это сбег. Саня, беги или бабу? Экстримки есть там, вроде. Экстримки есть, кто попал, кстати, да. Ты там сразу и на Валю, Валю потанчи тоже я покину. Мрад, бабу. На следующую цель. Ваш антифер. Получи хватка, двигайся. Продайте же. На хантан дыкнул, дай антифир. Я пока не могу прочитать это заклинание. Начинаем представление. Признайте херово место. Побежал. Надо подождать. Я пока не могу прочитать это заклинание. Это заклинание еще не готово. Я пока не могу прочитать. Как вам такое? Продайте же! Хрен. Не ругайся. Только угасающий свет. Защитник, корабль. Лучше умереть сейчас, чем опять собирать реагенты для этого больного Финкельштейна. Довольно пустой болтовни. Прибыли наши герои. С их помощью мы пробьемся через зал.
Мистер Попал поможет спрятаться. Мы вам поможем. Стойте. Да, не агрите, дайте пускай спрятаться. Ну чё, стыкнул, побежал. Песните в Фьор. Кто там спекается в протопал? Квадрат, бейте РДД. Бейте звездочку. Да, звездочку бейте, милики бейте, квадратик. Какого числа там Игра Престолов выйдет, кто знает? Где-то в апреле. Числа 19 примерно, что ли. А что там в серии сколько? 6-7? Нет, там мало серий. В последнем сколько сезоне было? 7? 6, что ли? Ну там, короче, на одну минуту. Последний выход. Да. Но вытяните одну. Они типа больше часа будут. Да. Давайте сейчас догадаемся по 1000 гп кидай, там можно будет спойлерить Игру Престолов. Ну что там спойлерить? Что люди в говнопереводе каком-нибудь посмотрят? Так, блин, я же сказал, милики не подходят, зачем ты подходишь? А кто переводит, не знаю. Там выходит. Ну смотри, есть типа быстрые переводы, но там так себе. Есть переводы без мата, то есть они более так лицензионные, типа Лосфильмы и все прочее. Есть официальные типа переводчики, типа Амедиа, которые выкупают права на каналы. Там и с матом, и этот, ну там 18+ ими. Есть точно такие же, типа, не знаю, новые еще, к примеру, и все прочее. Мне вот с матом куда больше нравится смотреть, чем, не знаю, от Ласта, где тоже качественно, но все сокрыто. Не то. Да, с матом лучше. Мне нравится Голдфильм, они быстро переводят, вроде... Я не знаю. У меня просто претензий нет. А тебе обязательно надо дослушать мат, чтобы понять смысл? Ну, когда вот вместо мата переводит какое-то другое слово, более политкорректное, ну это как-то не то. Не оригинально, ты слышишь, просто если английский знаешь, поймешь, а если не знаешь, то будет без разницы было. Ты смотришь фильмы в оригинале? Что ты имеешь в виду на английском? Может быть,
Надо. Да не. Не, ну я могу. А чё ты мне пиздишь тут тогда? Я могу с ним смотреть на английском, на китайском смотрел. Нормально. Кому же под силу очистить? В титрами? Это к Ване. Не считает, Павик. Вообще на слух английский нормально идет. Кто там воет хила, 3-7 хила, кто-то еще может воевать. Там уже в хилах. Ну вот смотри, Виталик, к примеру, тот же случай с Ходором, не знаю, что. Так, фокус на рейде, все остальные хилы летают. А чё ж это, Джон Сноу уже шумрёт, вы не знали? Там уже там резнут. Это Дейнерис умрет от родов. По-моему, Хильдонок родится. Вы не слышали? Да-да-да, и Тирион будет этот его от десницы. Это тебе Порошенко рассказал? Нет, я Игру престолов говорю. Сколько танки спек? Танки спек будет у них? Стринка есть, танки спек. Что-что? Спек на борту готовится. Ты кто-то там шипит, не разговаривайте, пожалуйста, у вас микрофон дергается, не надо тут. У меня колонки. Это, пускай спек не за экстрим, а там же есть там. Да нет у него танк. Да как нет, он танчил РС на прошлом ходе. Да 3 си хватит. Спек, спек не танк. Кто? Да хватает тут хилов, бля, идите в жопу, долго сидите. Не спекайся обратно в этого, потому что у него нет танка. Уже спекнулся, спекайся обратно в хило. Бля, ну заебал, ну я только отпил ману, блин. А-а-а. Подожди теперь, пока попьюсь опять. Делаем ставки, убьют этого синего дракона или нет? По-любому. А главного, который самый большой убьют? Убьют, пожалуйста. С баллисты убьют. Главного? Все, все, в принципе, готово, все, погнали. Уверен. Звездочка. С баллисты, который сделает. А или сделал уже, не помню. Где черное копье? Давление, приоритет, дайте сразу подавление. Хоббит. Ну вообще как бы, так как их... Вот я искренне верю, что этот сценарист это конченый педофил. Я тебе говорю, затащат игру, ну типа дети, блять, отвечаю. Иначе, блять, быть не может. Какие дети, бля? Ну типа дети Старков, короче, ну как хочешь называй. Сука. Ну я тебе говорю, ну они как бы сильно живучие для остальных персонажей. Потому что дети там не умирают. Все остальные там вздыхают, а дети там тащат, типа, понял? В смысле там? Там первую часть... Покрик, тащил, Ария, да? Брам... Ну как вы собираете? Как пидоры. Нет, там убили этот Виталий, который бежал снова. Там убили, типа, кого убили? Порталы сзади были, ну, больше порталов, чем спереди. Их было пятеро, как бы, ну, понятное дело, кто-то из них умрет, да? Не переживай, в следующем сезоне тоже умрут. Да. Давай с тобой поспорим на что-то конкретное и на какую-то конкретную ситуацию, потому что ты типа просто обобщаешь, это как...
Ну, порох 5 лет назад, типа, у вас будут достойные пенсии, достойные зарплаты, блядь. И опять то же самое задвигает, нихуя не сделал, типа. И поэтому, давай за что-то, ну вот, конкретное забьем. Я говорю, Ария Старк не умрет. Нет, не умрет. Хорошо, давай, я говорю, Бран Старк не умрет. Не умрет. Сука, ну с тобой не интересно просто, понимаешь? Я не умрет. Это говорил перед этим. Ты ж не дошел до... Ты ж не дошел до другого Старка. Я говорю, ты еще... Джейми не умрет. Джейми Ланнистер? Что Джон умрет? Джейми Старк. Джон Сноу, мне кажется, не умрет, потому что он уже умирал. Но мне кажется, это будет не совсем как бы смерть. Я почти уверен, что он займет как бы War for Dragon трон короля лича. Потому что там очень сильно дохера, ну, как-то совпадений с этим словом. Ну прям очень дохера. Блин, просто надо как-то разрулить эту ситуацию, там Серсей и Старки, там Серсей умрет от родов, Дейенерис тоже что-то умрет, Джон там ослепнет куда-то, в изгнание уйдет и останется там Тириан с Джейми Ланнистером. Вот, давай, я говорю, Тирион умрет, давай на это поспорим, потому что он, ну, конченый. Нет, Тирион не умрет. Это обычный Жириновский, который только пиздит, но ничего не делает. Вообще ничего, он, ну, не, абсолютно ни на что не повлиял в этой игре, как бы так скажем, престолов. Если он спас королевскую... Но он нихуя же не сделал, ну прям вообще нихуя. Я перебью вас сейчас, секундочку, идем на хп, отдал. Он же там королевскую гавань спас, да. Какую гавань? От чего? Цепь вот эту строил. Блин, он про бочки узнал с этой, с горящей жидкостью. С помощью нее весь флот разрушили. Это, как же его звали? А, Станис Баратон. Он еще цепь. Это ж не он сделал. Он цепь выковал. Цепь какую звал? Нет, ну, черноводную. Перегородил цепью вот это. Только кольцо. Поднял финансовое положение женской половины части Вестероса. Или что, или я путаю, такого не было в сериале, что ли, концепт? Ну просто, я не знаю, или они полностью... Это ты про Mortal Kombat говоришь, это другой фильм. Дима, Да пожалуйста, ребят. Дима, я пойду переставлю машину. Подойду после машины. Ну да, но вроде. Не было про цепь с кораблями, ну там цепь там на реке перетянул. Это там сериал про пиратов был, это не оттуда. Нет, в «Игре престолов» было, я просто книгу читал, там такое было. Это другая книга была. Да, какая другая? Ты книгу обочины, наверное, читал. Конечно. Ты еще скажи, с Ведьмаком перепутал. Да, я смотрел мемасик там, где этот... Мастер, дофига как повлиял, Тирион замочил своего батю. Ты чего гонишь? Не, ну... Ну как, блядь. Ну это просто... Я мемасик смотрел, там где этот... Королева Драконов, я уже забыл как ее зовут. Так, Халиси с Джоном Сноу приходят до... Нет, приходят до Геральта и говорят... Там он, короче, синий и копьями метается. И Геральт говорит, давайте поговорим о награде. А, тоже видел картинку. Вот такие картинки по Ведьмаку видел, которых я никогда не видел. Просто ж ты там на каждый секс, наверное, соглашался, вот. Прям вообще никому не отказывал. Там, кстати, целая эпопея в первом Ведьмаке. Блин, два лока, вы джанс не можете сомануть? Я уже три раза это ВРК говорю. А тут, знаешь... Извините. Чё, меня не хилят секунд 10? Ну, просто хилы свернулись и смотрят картинки, мемасики по Ведьмаку. Кто пойдет третья целка? Ну, что-то недавно пришел и не устал, например. Самый стойкий, наверное.
Ну, я не говорю про людей, которые сидят здесь 7 часов. Нет, я про людей, которые пришли только что там или час назад два. Лучше, наверное, четкую резку собрать. Ну вот, соберете завтра. Ты сидишь Маруна, Роджера, Секонденса, Тофф. Так что мы спорим насчет Кирилла? Я говорю, что он умрет. Блин, либо... Хорошо, я говорю, что он не умрет. И на что мы поспорим? Не знаю. Предложение. Без понятия. Так, что у нас? Ну давай типа на престол. Если он умирает, ты удаляешь своего приста. Если он не умирает, я удаляю своего приста. Короче, слышишь, отвечай на макросы, канул в чат. Нет. Их 25, пусть не все от 5 кс, блядь. Типы плюсуют, короче, блядь. Ой, лол. Крот, 5. В смысле, нет. А на что ты хочешь поспорить? Ну, мы можем поспорить на стак ледяных шаров. О, у меня нету такого богатства. Да на 10 тысяч голды. Да, ну это не, ну, не существенно. Ну так неинтересно будет. Вот ты вот знаешь, как футбол смотришь? Если ты просто так смотришь футбол и сделал там просто фаворита себе какого-то, то это одно дело, ты просто за него переживаешь. Но когда ты поставил там рен 500, короче, на победу вот своего фаворита, вот это пиздец, какой интересный футбол, я тебе отвечаю. Вот так само и тут. Ты просто из-за этого Тириона будешь переживать, ну как это мейна удалить, да? Дайте каску, кулак пороги. Ну, блин, если я выиграю, а ты удалишь своего мейна, там я от этого ничего не получу. Тут как бы кайф, удовольствие в том, что ты не удалишь своего. Это самое, там и не то, и не то будет, короче. Он и не умрет, короче, и как бы умрет. Как твой ДПС, да? Да, он с синими глазами будет. Он как бы, блять, мертвый, но почему-то в каждом рейде, блять, воскресает. Присутствует, точнее. Ну да. Ну там так и будет. Он, короче, станет синими глазами, он будет советчик этого синеглазого игрока. Тоже убьет Серсею. Если оно, конечно же. Или будет убито. Король ее убьет. Король мертвых убьет Серсею, по-любому. Как он дойдет до этого? А как пророчество? Ну, короче. Как он его убьет? Не знаю. Ну, блять, это же. Знаешь, игра самая престолов. Классная теория, она умрет от родов. И косвенно Джейми в этом виноват, потому что она от него забеременела и умерла. Нет. Да. Слабо. Самый пиздец, она родит от Джона Сноу. По идее, она находится в списке Варии, так что она должна ее убить. Не, Ария вообще там затащит просто всю игру престолов по-любому. Ну а честно так, говоря, ну это как понимаешь. В списке Арии был и этот, как его, Тайвин Ланнистер, она же его не убила, его кто-то другой убил. Ну так что это не вариант уже. Ну вот вы хоть когда-то читали детективы? Не знаю, кто-то из вас. И вот когда читаешь там, к примеру, Агаты Кристи, там, ну вот прикол в том, что каждый раз она поворачивает, ну вот, каждую главу там сюжет против кого-то, и ты думаешь, вот, сука, по-любому это убийца. Ну вот, по-любому, короче. А в итоге, в самом конце убийца, ну вот у нее постоянно такой самый неприметный чувак, который там появлялся там буквально там в 3-4 предложениях, типа, вот это он. Детективы очень легко писать, ты можешь концовку сделать любую. Это как... Ну, я даже не знаю, это как фильм там «Фокус» там с Уиллом Смитом, да. Типа, прикольно смотреть, но ни о чем, блядь. Господи, они придумали концовку, а потом придумали весь фильм. А вот тут сейчас он может написать, что...
Так, подождите. А давайте вот мать Старков подымется, всех переебашит, короче, и даже своих детей, и пиздец. Вот это будет мощная концовка. Все, короче, вот так и будет. Поэтому давай спорить на престол, на Тириона. Нет. Но там вся гильдия будет переживать, прикинь, ну... Может даже видео записать, как ты престол удаляешь. Почему нужно гильдии переживать? Это же просто чар. Кто восстанавливает, придется. Ну это твой единственный нормальный чар. Не. Единственный. А этот умрет пес, который Самбер. Он уже умер, не хватит. Ну это чмо уже в первой серии сдохнет, мне кажется. Ну сколько там осталось персонажей? Если квадрат прохильтесь. Штук 20? Правки прохильте, он там афкашит. И 6 серий, и половина из них сдохнет. Квадрат, угу, спали. Хуй еще страшного. Гляньте в кошмар. Кто в хиле будет? Дайте кулак хантам. Это сейчас лич у вас? Нет, синдром. Трейси, три кнопки, ты тут? Трейси, три кнопки. Три кнопки, трейси. Там останется в хиле, все хорошо. Без три кнопки убьем. Долбало на факаш. Вы на ком уже? На ДК. На Синдре он не убьет, я попробую еще собрать целку. ДК, начинай. ДК, Акма, начинай. Чего вы не ходите в РС? Можем убить. Хуй знает, что все на эту целка так подсели. И мозги пропили. Ты сам, блядь, платишь за офф и переходишь к ним на целка на РТ, а у нас пропускаешь. Играть в Тиони так? Не, пробил себе мозги этим целка. Просто я начал, ну, вечером собирать в 11 часов. Вот и получается 6 целка. Ну ты посоветовал? Да не, просто по времени у меня такой хуй. Где ты сейчас работаешь? Беги, малышка! Бегай. Бля, что я пропускаю? На СРТ понедельник, среда, четверг. Суббота. Не знаю, про субботу ничего не слышал, когда в Гильдии вступал. Вставай, Шаман. Шаман, ты можешь встать? Кстати, говорите, где падает метки, это 200 тысяч. Саман, ты можешь встать? Почему? Куда ты потратил вставалку? Это 300 гп. Фога, поднимешь Роджера. Еще раз сдохнешь на притяжке, покинешь эту гильдию. Да ладно, ты не пытайся. Какой глыбит танк? Потому что я не увидел. Передний, центральный. ДК. Переднюю, центральную тогда. Садар, прыгнешь в мишку, если что, стаунтишь босса. А, все, нормально. Разворачивал. Подымай Роджера. Кто? Фога. Бежали. Теперь бессильна.
Трим склепа, склепы вниз. Медвейн, фокустус, секонданс, фокат, эсэдар, пизифилакс. Люди падали. На ступени падали. Справа. Слева. В центре падает между склепами. Справа между склепами падает. Между склепами ближе к центру падает. Разбивай. Первую сторону давайте, Гер. Носфератус, РДД, разбить его. Марк прошел в сейф, я хорошо не делаю. Метка. Это Садар, Милики ушли. Им Фьора. У босса заберите. Эти стаки. Бежали, отбежали, 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 отбегайте. Все отлично. Откинула фокус. Пой гимн на ХП. Гимн на ХП. Пой. Разбивайте эту глыбу. Фога в сторону уходи, в сторону уходи. Следующая под босса. Сейчас под босса Мирики ушли. Кирти мифрейм. Скидывайте стаки. Мах, три кнопки, уйди в стас, тебе в копии дали сакру. Под босса три кнопки, Мирики ушли. Скидывайте стаки. Следующую сторону. Добивайте босс. Следующую сторону и фул ДД в босс. Это, короче, какая-то хуйня, ну, типа, в рейде. Кто-то, ну, кидает сакли в копию, так как на кухне он перезвонил. Всё, часы роль. Спек часы, надо кому-то. Защитник,
Ты потратил две звездочки фокус диспелли. Чему первая волна станов? Мейфрейм станет кружочек, Трисия станет ромбик, Фьора станет треугольник, вторая волна Валик, Экстримка станет ромбик, Отец Холодец станет треугольник. Все поняли? Еще раз говорю, первая волна Валик, Мейфрейм станет кружочек, Трисия ромбик, Фьора треугольник. Вторая волна Валик, Мейфрейм станет кружочек, Экстримка ромбик, Отец Холодец треугольник. Все поняли, паладины? Поставьте плюс. Не будет станов, будет ГП. Чек на баф и готовность. С ассессом все скажу на третьей фазе, он пока что не нужен. Все готовы, я запускаю. Неужели прибыли, наконец, хваленые силы света? Мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою... Джерриан. Чё? Чё, ты после рейда спать или сыграем пару игр? Смотрим, что такое. Пару игр, я думаю, можно перед сном. Ну, самое доброе. И будешь молить о пощаде, но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Да будет так! Герои в атаку! Чё, погнали? Чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы величайший служитель света пропустил рождение моего мира. Перебежали, квадрат стали. Перебежали, стали у квадрат. На БДК перебежали милики у квадрат. Стоим. Молодец, чума. Спал. Пушками легко стоим. Какая еще? Пушка. РДД Америки перебежали тоже. Чему смотрим? Паучья хватка. РДД. Стопнули немного, полечу. Прикраю все. Смотрим ловушку. Не будет. Край. Уходим на край. Ману поет паучья хватка. Та-та-та. Ты на пол даешь Iron... I don't know, второй smart kill. Я первый дал. Тут ноут до второй, на пул паду. На БДК. Так какой-то пет сдох. Вы его не перепризываете к себе. Смотрите, как мир рушится вокруг. Куда бегите?
Стали все в квадрат. Квадрат стали. Ханты каток подлечал. Прилог две вали бьем. Две вали бьем. Жали смирить тебе осквернение. Откил. Притвориться. Центр лича даем рост. Пош шаман. Когда, когда, когда? Не давай. Скажу, когда дать рост. Пока без роста. Оскорнение бежит вперед к личу, каток под лича, оскорнение вперед, ну, вперед в БДК, каток под лича. Погоди, бьем валь, все три вали бьем. 5-2, бьем 2 вали. И Геру. Осквернение на край вынести. А чё, улетел или умер? Осквернение, все, давайте в квадрат стали. Резче в квадрат стали. Стали в квадрат. Побежали в квадрат. И в квадрате. Две вали опять же, бьем две вали, бьем, бьем две вали. Стан по треугольнику. По треугольнику стан. Убивайте вали. И на краю остаемся, смотрим осквернение вынести. Сбьем лича. И ладно, на краю. Гимн на ману есть. Окей, даже гимн на ману поставить, это а тотема не будет. Давайте, давай гимн на ману, давайте. Напуливай. Смарт-килл духа. Кажется, у хантов 0 урона сфер. Ты бейте сфер. Объем этого. В квадрате будем бегать в комнате, в квадрате. Стали в квадрат, стали в квадрат. Сразу залпом. Пробежимся. Тут стали стоим за угол. Стали за угол. Стали тут до конца и стоите. Сейчас милики влечают РДД в духа. Погнали. Духу подводи. Ты СС говорил, Дима? Фальт писала.
кстати, холодец. Привет, Лича. Постой. Так, Мандай, Крэйзи Варлок. А, этот. Second Dance, сдай на Мифрейм. В квадрат сталь. За уголочек забежали. Стоим. Двинулись. Стоим. За угол. Еще за угол. Так тут. Немножко за угол. Все, бейте луча. К порталу веди. Да. Раз, Дарья. А как ты улетел? Встань у квадрат. Понял. За угол. Сейчас идите к порталу. Лича по духам, по сферам, куда вообще все, что можно. Сгорели в пламени вашей ярости. Что движет вами? Праведность? Не знаю. Ты отлично их обучил, Фордрин. Ты привел сюда лучших воинов, которых знал мир, и отдал их в мои руки, как я и рассчитывал. Тебя следует наградить. А там есть полечо, есть дымок? Вольный подарок. Смотри. Как я буду воскрешать их и превращать воинов в плети. Кстати, управляет на такие пазы сегодня. Мир в пучину хаоса. Времени почти один в один. Да, это время, кстати, да. Сейчас будет. Ну, этот рейд лучше толку первого. Бей уже. Не надо забывать, что мы ждали 3 кнопки 3 раза по 5 минут, так что отнимите 15 минут, меня это бесит.
три кнопки АФК, все время его 24 человека ждут. Дай мне силу. Да, я больше не буду так. Ты что, убили или что? Не, он на ловушке улетел, Мелик. Лич улетел. У меня Лич на ловушке улетел. В степях стоит его. Под перекрестком, нахуй, на кладбоне. Завтра Данте Би будет, да? Ого, да вам уже у меня в городе можно стендап выступать, короче. А что у тебя за город? Виталик, а ты за кого будешь голосовать? Лукашенко, он всегда голосует. За Зелик. За кого? Зелика. До свидания. Да, не спорю, но дело в том, что как бы все остальные пидоры уже были у власти. Да, можно по приколу выбрать. А Зелик? Бумага еще одного пидора, который не успел навороваться, выбрать во власть. Все верно, Виталий. Ну, так... хотя бы Земеля. Знаешь, ты смотрел этот «Острые козырьки» сериал? Там был один такой момент, когда, ну, там, типа, две банды, короче, воюют за территорию, ну, типа, на районе с одного, типа, города. И вот этот чувак, который сейчас контролирует, у него пытаются зажать, отжать этот бар, заходит туда в бар и спрашивает, типа, у бармена, типа, налей виски, мне, типа, херово. И он спрашивает, там, типа, а почему вы, типа, за меня? Ну, вот, что я вам сделал? Я ж вам нихера не сделал. Говорит, честно, вы, ну, оба пидораса. Ну, ты хотя бы Земеля, блядь, ты вырос с нами на улице, а тот хер знает, откуда пришел. Та же самая идея, как вырос в городе. И в нем одном пока есть видна надежда, что он хоть что-то поменяет, а не просто продолжит этот пиздец, который творится, блядь. Когда менты уже начинают крутить, не за хуй просто. Белорусы так не охуевали просто, блядь, как мы сейчас, блядь. Я имею в виду нашу политику. А что там творится сейчас? Ну вот борьбы за справедливость какой-то, это уже, ну, настолько накипело и очень... Не то чтобы сильно, ты уже вообще ничего не имеешь права сказать. Ну, просто ноль, как бы, своего какого-то мнения, выражения. Выйди сейчас, к примеру, там, где в Порох приезжает там какой-то город, выйди с плакатом там, Порошенко, куда ты деваешь наши налоги. Тебя покрутят, выкрутят, выкинут где-то в туннель, блядь, и сломают твой плакат. Ну, тебя не сломают, тебя не будет трогать. Так и делают люди. Он там на спорткус выступает в каждом городе, ему ничего никто не делает. Это нормально? Что именно нормально? Что прикрывает таких людей или что? Не в том, чтобы прикрывает таких людей. Дело в том, что даже не дают какие-то ответы. Ты думаешь, нормально, когда, блядь, депутат Верховной Рады регистрирует у себя в доходе, блядь, 500 тысяч, которые выиграл, сука, в лотерею? Ну, что это нахер такое? Ты думаешь, нормально, когда у нас просто журналисты рассекречивают... Ну, понятное дело, это журналисты, которых кинули, там, ну, мне нравится эта история, но которые не рассекречивают просто схемы, как мы сами у себя покупаем запасные части для бойцов АТО просто в 6 раз дороже, чем они на самом деле, и никому ничего, блядь, за это нету? Это нормально? Они просто типа нахуй разбираются? Ты считаешь, когда у нас первый раз, это было еще 3 года назад, который чувак покупал РПГ в России, а потом просто перекрашивал их в черный цвет и продавал украинской армии, блядь, как натовскую разработку, блядь. И просто он с кем-то там не поделился, его прикрыли, короче, и с этого сделали такой скандал, и он очень быстро притих, блядь. Ты думаешь, это нормально? Я без понятия, я не знаю, что это за дело там было. Слышал там, просто что-то где-то разворовывали, перепродавали. Вот Украина младше меня на, блядь, месяца 4, короче. Ей там, ну, мне почти 28, Украине тоже там, можно сказать, почти 28 лет, как и независимость в 91 году произошла. Типа такой херни. Доллар, когда Украина стала независимой, стоил у нас 2 гривны, а точнее гривна 90. С этого времени
еще никто нихуя для Украины не сделал. Абсолютно, просто никто. Как в 63-м году, блядь, отстроили нас, потому что, ну, тут как бы очень много там залежи минералов, ну, очень богатая страна на самом деле, но просто ее пиздят все, кому не лень. И до сих пор нихера ничего не сделано. До сих пор. И ты думаешь, так, что... Украина может построить. Украина, да, блядь. И ты думаешь, что вот эти люди, которые сейчас баллотируются, абсолютно все старые, ты думаешь, я опять за них буду голосовать или что? Ну, типа, ну, да. Почему, блядь, это цирк? Я голосую за Зелика в надежде, блядь, на какую-то сказку чуду, блядь, который пересадит половину этих пидорасов. Это просто еще больше цирк будет. Вот и все. Не знаю, пока месть мне очень нравится. Его. Кого он там пересадит, ему, блядь, деньги у них брать? Да дело в том, что это единственный человек, разбирается, который... Ни в экономике, ни в чем, у него нет команды. Это то же самое, что тебя и меня поставить президентами. Ты знаешь, что такое? Ой, блядь, есть у меня такой друг, который заебал меня очень сильно по поводу разговора о том, что если ты становишься президентом, у тебя должна быть обязательная вертикаль власти. У Пороха сейчас есть вертикаль власти. И что он с ней делает? Крутит нахуй, как хочет просто. У нас уже забрали даже слово, блядь. Не то чтобы бабки, уже и слово нам нельзя какого-то лишнего сказать, которое, блядь, тебе не нравится. Тебя называют нахуй сепаратистом, если хотят, тебя закроют просто. Ну, очень охуенно, блядь. Независимая, сука, страна, обосраться. Что-то я не видел таких. Просто при... Даже в том же самом Януко.